из-за боковой линии мяч вводится ногами. От ворот бросает рукой. Что еще? Ну, поаккуратнее, без травм. Они совсем еще юны, но не менее резвы и азартны, чем их спортивные кумиры. Более 150 маленьких любителей футбола вышли на поле стадиона «Металлург», чтобы доказать, что они умеют хорошо играть. Первенство городского центра спорта среди дошкольных учреждений проходит в муниципалитете уже в 13-й раз. Футбол – это командная тактическая игра. И я очень рада, что в ваших сердцах, дорогие наши дошкольники, любовь к футболу уже поселилась, живет и развивается. Я всем желаю победы, и мы будем искренне за вас болеть и переживать. В этом году в футбольном турнире принимают участие 13 команд из детских садов Ленинского городского округа. Проведем сегодня групповой этап, а завтра, соответственно, финальный этап в виде полуфинала и финала. Может быть, у кого-то из них появится желание, соответственно, в этой дисциплине себя развивать дальше. А у нас для этого есть все возможности, как городского центра спорта, так и спортивной школы «Олимп», для того, чтобы, соответственно, эти вот маленькие, только что полюбившие футбол, станут рано или поздно, возможно, звездами отечественного и мирового футбола. В каждой команде по 10-12 человек. Играют ребята по упрощенным правилам. В остальном же здесь все как в большом спорте. Конечно, люди боятся мяча, который летит там ему в лицо, но он будет загораживаться руками. Ну, ему это, скажем, простим. Но если он, конечно, не в штрафной площади. То есть, что ну, подкаты, да, подножки. Сейчас они будут бегать тут толпой. Там будет кишмиш. Это очень сложно разобраться. Команда детского сада «Солнышко» к соревнованиям готовилась целый год. В 2021-м юным спортсменам удалось занять почетное 3-е место. Не намерены проиграть они и в этот раз. Мы и в зале учились вести мяч, да, ведение мяча. Потом, когда погода позволяла, конечно же, мы тренировались на поле. Отбор у нас был жесткий, потому что много детей хотели участвовать, да, выйти на такое большое поле. Но самых сильнейших мы отобрали. Ребята в ходе отборочного тура обыграли своих соперников из детского сада «Яблонька» со счетом 7-0. Юные футболисты рассказали, что нужно для того, чтобы быть настоящими спортсменами. Тренироваться. Так, еще что? Спортом заниматься. Разминку делать. Так. Футбол. Угу. Хорошо бегать. Так, все? Или еще что-то нужно? Слушать тренера. Кушать. Кушать? Кушать тоже надо, думать, да? Наперед противника. Кстати, на этот раз среди юных футболистов было довольно много девочек. К примеру, Софья Панина из детского сада «Улыбка» не считает футбол чисто мужским видом спорта. Ты уже решила, кем станешь, когда вырастешь? Тренер по футболу. Ух ты, здорово. То есть тебе до такой степени нравится, да? Да. 26 мая ребят ждет полуфинал и финал первенства. Лучшие спортсмены будут отмечены наградами и ценными призами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.